В рамках текущего проекта по ремонту жилищного фонда в Бресте проводятся различные работы, направленные на обновление, модернизацию и обеспечение безопасности жилищного фонда. Стоимость работ – 34,5 миллиона рублей, 17 миллионов – средства городского бюджета, 17,5 миллионов – отчисления жильцов за капитальный ремонт. На сегодняшний день, согласно утвержденного графика проведения текущего ремонта домов после капитального ремонта, утверждено 29 объектов по капитальному ремонту на 2024 год. Это 27 жилых домов и 2 общежития. На сегодняшний день работы ведутся на 4 объектах. Набережная Франциска Скорена 32, Октябрьской революции 7, Строительная 27, Интернациональная 63. Также планируется в ближайший месяц-два, февраль-март, приступить к работам и еще на 4 объектах. Планируемый объем ввода жилых домов после капитального ремонта составляет 137 тысяч метров квадратных общей жилой площади. Сегодня по адресу Октябрьская, 7, бригады строителей собственноручно заменяют окна и двери, осуществляют косметический ремонт, устраняют технические неисправности. На объекте капитальный ремонт Октябрьской революции 7 в городе Бресте, согласно договора строительного монтажа, работы ведутся с периода с декабря 2023 по июнь 2024 года. Согласно договора, и на момент подписания договора строительного монтажа стоимость работ 2 миллиона 197 тысяч белорусских рублей. Из них 2 миллиона – это городской бюджет, остальные средства – это средства отчисления населения. В состав проектно-сметной документации входит комплекс работ из общестроительных и специальных работ. Общие строительные работы в себя включают замена песчано-цементных стяжек с последующей заменой направляемых материалов на кровле, ремонт стыков панелей по фасаду, замена оконных и дверных проемов в местах общего пользования. На улице Строителей 27 в микрорайоне Березовка рабочие провели герметизацию фасадов, частично заменили сантехническое и газовое оборудование. Сейчас квалифицированные сотрудники осуществляют подготовку к реставрации и утеплению крыши. Это не только придает зданиям обновленный и аккуратный вид, но и помогает снизить затраты на отопление. Объект Строительная 27 города Бреста. Работы здесь 4, дом большой, 4 секции, 11 подъездов. Значит, разборка крыши полностью до плит, новый закладывается утеплитель, новая стяжка, гидроизоляция. Стыки панельные, старое все выдалбливается, укладывается новый утеплитель. Стыки заново замазываются мастикой, замена газа, половина уже дома этого сделана газ. Замена холодной и горячей воды, канализации, отопления всех узлов воды и отопления. На данный момент вода холодная сделана 90%, полдома горячей воды. Водомерные узлы готовы, ИТП готовы узлы. Часть стыков сделана, но в такую погоду немного не позволяет производство работ, выполнять эти работы. Работы в городе над Бугом проводятся с учетом всех стандартов и норм безопасности, что дает гарантию надежности, качественности и долговечности ремонта. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.